Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Watchos 3. Сейчас я покажу вам, как настроить интенсивность вибрации. Итак, открываем настройки. И далее проходим в раздел «Звук и вибрация». Здесь мы проходим вниз. У нас есть вибрация, мы можем ее включить или выключить. И также можем настроить вибрацию, силу вибрации либо по умолчанию, либо сильная. Вот на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.